Уральская некоммерческая организация «Свободный театр» разработала экопроект, который будет представлен сразу на два грантовых конкурса – президентский и окружной. Название идеи звучит необычно – «Свалли, свалкам нет». Но юные уральцы сразу узнают любимого мультгероя – робота по имени Валли, который очищает планету от мусора. В игровой форме авторы экологического проекта планируют проводить тематические уроки для школьников начального звена, чтобы научить детей бережно относиться к окружающей среде. Научить их сортировать мусор, естественно, показать им возможности. Тем более, что сейчас такие возможности в городе тоже увеличиваются. Вот это рассчитывается, что это будет два класса школы, которые в течение года будут проходить вот эти эко-уроки. Специальные испытания у них будут. Появилось еще много сопровождений разных идей интересных по поводу того, как можно стимулировать детей к тому, чтобы они дома, например, внедряли вот этот раздельный сбор. Расширяя проект, театралы планируют также создавать новые эко-спектакли для первоклашек. Начать реализовывать идею авторы намерены уже в этом учебном году.